Уфрут, ягель дня прямо. Это мы уже обратно выезжаем. Собрали мы 249 мешков. Грузовая машина у нас уже впереди едет. И 249 мешков — это больше, чем на 4 месяца. Сегодня 3 июня, поэтому это примерно до, где-то примерно до 10 числа октября. За мной еще одна машина, и впереди 7, все, у нас 9. И самая первая едет уже загруженная грузовая. Сегодня все молодцы. Было 24 человека, как сказала, 9 машин. Один замечательный ребенок, вы уже, наверное, многие его знаете, Семен. Семен опять очень много насобирал в корм-олене. Прям молодец, молодец. Несмотря на то, что сегодня в лесу достаточно жарко, душно, все прям вообще молодцы. Приехали вовремя, все четко доехали. Собрали больше, чем планировали. Планировали программу нашу максимум до конца лета. А получается, мы собрали даже больше, чем до конца сентября. В общем, все молодцы. Наш вот оффроуд бездорожье продолжается. Сегодня очень-очень прям солнечный день. Температура сегодня средняя где-то 23 градуса была на месте, вот где мы собирали. Это Карельский перешеек Ленинградской области. Также, несмотря на то, что дождя сегодня нету, и не было, мы видели радугу. Группе обязательно фото и видео с этой чудесной радугой повесим. Прям очень-очень необычно. Очень давно ни в Ленобласти, ни в Санкт-Петербурге дождя не было, а радуга есть. Потому что очень необычный сегодня вот день такой. Очень солнечный, с радугой. Да, дорога тут бодрая. Грузовая наша машина нормально прошла уже. И мы все почти на выезде из леса. Вон впереди у нас там тоже такой сложный участок. Поэтому водительские навыки тренировать тоже очень хорошо на ягель дни ездить. Если что, друзья, автомобилисты обязательно подтолкнут, вытянут. И все хорошо будет. Что вот там на горе стоим. Сейчас поедем. Стоим, лес сниму. Лес здесь очень красивый, сосновый. Эта часть еще не ягелевая, поэтому специально достаточно, ну, относительно долго, конечно, до ягеля едем по лесу. Вот здесь уже эта часть не ягелевая, но это очень красивый сосновый лес. Так, дальше мы едем. Паша наш решил поехать там. Ух. Кому как удобнее.
Сейчас едем дальше. Из леса нам совсем немножечко осталось выехать. И до Велеса дальше около 70 километров. И уже Ягель будет у северных оленей. Даже в грузовую машину у нас не совсем все поместилось. Мы 7 мешков еще разложили по легковым машинам. Грузовую машину полностью все заполнили. Ягель в этом году такой достаточно сухой. Точнее, не то, что в этом году, а сейчас такой погоды достаточно сухой, поэтому он легкий. Вот. У нас получилось 7 мешков в легковых машинах и 242 в грузовой. Примерно мешок сейчас весит килограмм, поэтому это где-то 242 килограмма. Дорога тут из сложной, достаточно все-таки непростая, но кусочек ее небольшой, в отличие от второго места, где мы собираем ягель. Там достаточно большой кусок бездорожья, и туда мы вот сейчас не поехали, потому что там очень сложно проехать машинам с низкой посадкой и машинам, у кого только передний привод. Так что едем, пылим здесь дальше. Погода сегодня чудесная. Ну, несмотря на то, что душно и жарко для сбора мха. Но хорошо. Извините, конечно, видео потряхивает. Одной рукой рулю, одной камеру держу. Так, ну все, вот там уже впереди такой просвет есть. Это мы уже выезжаем из леса. Вот такой вот у нас сегодня 3 июня. И вот такой вот у нас получается живое видео. Видео ягелевое, видео автомобильное и достаточно пыльное. Но все молодцы. Все, кто планировал, заранее записался, все приехали до одного и даже 2 человека, которых мы не ожидали, что сегодня тоже с нами будут. Это Света и прямо вот герой наших ягельней Семен. Так что все-все-все молодцы, очень большие. И все молодцы, уже почти выехали из леса. Вот, так что теперь у наших уже 5 северных оленей ягеля до конца сентября точно достаточно. И уже теперь следующий выезд у нас будет только осенью, когда мы будем большой делать запас на зиму, на конец осени, на зиму и на весну. Вот, сейчас можно спокойно дальше заготавливать теперь ветки. Так, немножечко видео бликует, но очень-очень слепящее солнце, и вокруг машин прямо пыль-пыль-пыль. Так, пока ждем, как там машины проедут. Еще леса немножко. Лес, повторюсь, опять здесь очень красивый, очень-очень. Вот здесь сосновый, где мы ягель собираем, там тоже сосновый лес, очень симпатичный. Вот впереди белый просвет. Это наш выезд из леса. Вот такое у нас сегодня необычное, абсолютно живое видео было. И чтобы водитель не наехал на пень, я его завершаю. Все молодцы, всем огромное спасибо, кто сегодня участвовал в Ягель-дне. Все просто вот геройские герои. Молодцы. Сене отдельное спасибо.